Около 150 претендентов на победу. В Белгород впервые принял межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе на призы Федерации спортивной борьбы области. Это стало возможным благодаря поддержке группы компании «Добрыня». За выступлениями спортсменов наблюдала Екатерина Ковалева. Борцы из 7 регионов страны и ближнего зарубежья показывают свое мастерство. Главная задача – не сдаваться и победить. Для меня эти соревнования значимы. Если я здесь займу какое-нибудь место, я поеду в Липецк через неделю. Для меня важна победа. Сегодня и всегда. Хорошие результаты – заслуга тренеров. Они – настоящие энтузиасты, стремятся развивать любимое спортивное направление. В этом им помогает группа компаний «Добрыня». На турнире ветераны спорта получили денежные сертификаты. За счет «Добрыни» мы очень часто выезжаем на соревнования. Очень много они помогли в этом направлении. Уже 10 лет группа компании «Добрыня» активно поддерживает тренеров и подрастающее поколение спортсменов. Открытые межрегиональные соревнования – новая ступень в развитии греко-римской борьбы на Белгородчине. Когда возникла такая необходимость, наверное, помочь в организации данного турнира, мы с удовольствием откликнулись на эту просьбу и организовали. Потому что возрождение греко-римской борьбы в Белгороде – это, наверное, такая очень интересная и приятная задача, которую нужно решить. За звание победителя боролись в 8 весовых категориях и в 2 возрастных группах. Такие состязания – бесценный опыт. Могу только пожелать, чтобы на следующий год такой турнир сохранился. Большое спасибо организаторам. Низкий поклон им, просто дети в восторге. Победители первого межрегионального турнира получили не только медали, но и специальные призы и денежные сертификаты от группы компаний «Добрыня». Такие соревнования станут ежегодными и будут привлекать новых участников, уверены организаторы.